что сегодня происходит. Мы делаем имиджевый фотосет для команды нашей СК. И здесь сегодня создадутся те фотографии, которые мы уже через несколько дней увидим на всех бордах в городе, с призывом купить абонементы на сезон, чтобы люди наши днепряне приходили и, собственно, покупали и смотрели игры. Спортсмены очень хороши для фотосессий. Более того, когда мы просто работаем с людьми, мы всегда спрашиваем, а вы каким-то спортом занимаетесь? Потому что спортсмены или те люди, которые хотя бы занимаются любительским спортом, они гибкие, они пластичные и можно управлять. Да, со старта, конечно, немножко люди там как-то есть какой-то зажим, есть какой-то момент психологии. Стоит немножко расслабиться, включить ACDC, посмеяться, пообщаться, и такие спортивные, атлетические, антропометрические данные, они срабатывают, и люди в кадре хороши. Приятно работать, интересные люди, очень много нового подсказали, что как. В принципе, нормально слушать. Главное, чтобы мы получились потом в кадре, мы для этого сюда пришли. Стас, ну ты, наверное, лучше всех из своих коллег знаешь этих ребят, как проходит работа, и можно, наверное, провести все-таки параллель съемка на футбольном поле и съемка в профессиональном павильоне. Как оно тебе сегодня, это мероприятие? Ну, всех я ребят знаю, знаю, как они ведут себя на поле. Сегодня лично мне хотелось посмотреть, как они будут вести себя в фотостудии. Так же самое выполняют команды фотографа, как и на поле команды тренера. Так получается, что вами командуют, да? На футбольном поле главный тренер сегодня, режиссеры, постановщики, арт-директора. Команды сложны? Нет, не сложно, все просто на самом деле, в какой-то мере даже интересно, но скоро тренировка, надо ехать готовиться к тренировке. Действительно, отдельным моментом, очень важным для сегодня, для проведения классной этой фотосессии, является то, что с нами сегодня главный тренер, который задает тон, который, ну, скажем так, вдохновляет игроков, которые здесь сейчас рядом с ним, ну, что ли, в тонусе. И действительно все получается. Все на своих местах, все довольны, скоро будет результат. Отлично, ребята, справились. Валера, наверное, самый фотогеничный, поэтому его самого быстро отпустили. Я здесь задержался на час дольше, поэтому все отлично. И ребята наши хорошо сработали, ребята, которые нас снимали, все здорово. Вы стали рекламными лицами команды, будет размещаться на бигбордах вся эта информация. Тебя когда-нибудь вешали на бигбордах? Ну, так, чтобы именно меня, нет. Вот вешали, когда всю команду там, да, поздравления с Новым годом. Так, чуть-чуть. Ну, посмотрим, как оно будет. Не помню, наверное, где-то бывало, проскакивал на каких-то бигбордах. Ну, это на самом деле не важно, это как вся команда, мы представляем всю команду, чтобы люди ходили на стадион, нам нужна их поддержка, ну, нам с Валерой надо выделяться на поле. Впереди действительно интереснейший сезон. Болельщики говорят о том, что, наверное, первая лига будет повкуснее, выше. Что вы ждете от этого сезона? Большие ожидания от сезона. Понимаем, что нас ждет. Понимаем, насколько тяжело нам будет. Поэтому все мы делаем для результата. И эта акция сегодняшняя направлена тоже для того, чтобы привлечь болельщика на стадион. Конечно, нам нужна будет поддержка наших болельщиков, поддержка всех людей, которые за нас болеют. Ждем всех на футболе.